Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а мы вернулись в Horizon. Значит, поясню. Horizon и АЗС, как они выходят? 2 через 1, то есть 2 АЗС и 1 Horizon. А когда закончим АЗС, будет у нас другая игра, если быть точнее, то это Diablo Resurrection. Очень хочу ее пройти, потому что в детстве прям любил в нее поиграть, и она будет также выходить 2 через 1, то есть 2 дня Diablo и 1 день Horizon. Вот, а потом после Horizon уже посмотрим, что, где, куда и как. Сегодня, что у нас по заданиям? Куда я иду? Доберитесь до поместья семьи Раномана. Хорошо, кстати, единственный нюанс, что я бы, наверное, знаешь, что сделаю? Я, наверное, сделаю вот таким образом, чтобы ХП было видно. Да, вот так, наверное, будет лучше, чтобы ты видел ХП-рики. Поехали, помчали, побежали. Живки у меня никакой нет? Нет. Хорошо. Что меня тут ожидает? Тут будет жесткое сопротивление. Тут будет кто-то. Тут будет что-то. Меня тут будут бить. Нет? Лекарство я забираю, потому что по хилке у меня все плохо. Кстати, есть у меня? А, есть. Я, по-моему, покупал в прошлый раз. Уже не помню. Давно не заходил. А, Раномана. Окей. Уничтожьте машины. Так, подожди. Смотри, вот эту я бы с радостью уничтожил, на самом деле. Маленькую. А вот который тигр, я забыл, как его зовут. Я бы, если честно, его приручил. Так. Меня никто не видел. Бляха, до него не могу досвистеть. Не достает до него мой свист. Понимаешь? Приманка не достаю. А, слушай, я ж могу немножко выебнуться вот таким образом. О! Так. Не шуметь. Во, хорошо, все. Подсвистнул. По идее, он сейчас подойдет, и я его приручу. Бляха, его нельзя приручить. Вот это облом. Вот это облом. Тогда давай зажигательную бомбу. Ух ты ж, блядь! Хера себе напугал, дебил, что ли? Да твою ж мать. Он же у нас огонька боится, поэтому зажигательная бомба как самый сок будет под него. Да, но только не это. Лучше все-таки из лука стрелять. Так, пошел-ка ты нахрен, братан. Ой, смотри, он подбитый. На одну лапку хромает. Ну, сорян, братишка. Не вздумай. Так, где еще дурачок? А, там еще один дурачок бегает. Но он меня пока не видит. Бляха, увидел. Куда ты? Угу. Хорошо, допустим. Я тебе говорю, надо через концентрацию. Так я хотя бы хоть как-то попадаю. Фух, осмотрите поместье. Ладно, пойдем осмотрим. Ой, это мой камешек. А я кого-то слышу. Тут кто-то... О, здрасте. Ключ. Ага. Интересно, от чего он? От дверей. Как бы это ж логично. Так, пока никто не видит, давай немножко... Сейчас, 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 сейчас. Подожди, подожди, подожди. Сейчас я чуть-чуть полутаюсь, пока никто не видит. Вы меня слышите? Да, 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 да. Слышу, слышу, ага. Кто-нибудь! Кто-нибудь! У тебя ключ есть! Зачем ты выламываешь, дура? Спасибо. Пожалуйста. Я уже не верила, что кто-то придет на помощь. Кажется, все погибли. Ага. Расскажи мне, как все произошло? Сперва крики. Я прибежала. Лиходей разорвал охранников. Как Лиходей, куклы. Точно. Отец затолкал меня в кладовку. Он убил рыскаря,
Потом лиходей выстрелил, и все стихло. Я пыталась открыть дверь, но он меня запер. Он спас тебя. И я уже не скажу спасибо. Ну и в рот компот. Жди тут. Я осмотрюсь. Хорошо. Я хочу проститься с отцом. Ну давай, иди. Так, а чего ключик-то я нашел? Значит, ключик от чего-то другого. А от чего? Так, зайцы-кролики. Посмотрите поместье. Так, а тут на что смотреть-то? Лёха не... А. Не, серьезно, а на что-то смотреть? Так. Появилось пару-тройку вопросов. Отсюда ключ? Да. Допустим. Воу. Это что устройство это? Испускает сигнал. Возможно, именно он и привлек машины. На мину похоже, если честно. Я отключила сигнал, но кто-то намеренно заманил сюда машины, чтобы убить всех в поместье. Так, ладно, хорошо. Интересно. Поместье, кстати, красивое. Прям и местность такая интересная. Ну, серьезно, вот здесь водопад у них есть. Да. Я нашла приманку. Кто-то нарочно вам ее подложил, чтобы заманить сюда машины. У твоего отца были враги? О, Раноман, мой брат. Он проигрался, воровал, пытался вымогать. Когда отец его выгнал, поклялся отомстить. Это Раноман меня прислал, чтобы я прогнала машины от его наследства. Какой подлец! Надо что-то делать. Чего нельзя, сестра? Получить мое наследство? Мы из одной колыбели, убийца. У тебя нет чести? О, видимо, нет. Зато будет поместье. Увидишь отца, передай. Я благодарен за богатство. Значит, увидишь отца. Что до тебя? Это устройство призовет новые машины. Это ведь проще, чем убивать тебя самого. Не повезло тебе, братан, не повезло. Блять, это мне не повезло. Так, тихо, спокойно. Ну как с летунами разбираться, я уже в курсе. Так, а где критический удар-то? Ой, хорошечно. Ай, больно? Куда ты полетел? Слышь, какой хитрый жопы. Так, мне надо хилочку одну использовать. Тихо. Спокойно, попугайчик, иди сюда. О, блядь, а ты не один остался, да? Лежать. Так, ну где критический удар-то? Еще. Шикарно. Так, и еще один остался. Хорош. Да ты петух, сука.
Так, сейчас я тебя уделаю. Раз. Еще давай. Два. Еще давай. Бляха, обломался третий удар. Ух, ну уделали. Ладно, хорошо. Если что, с нитеметом я чуть-чуть подружился. Не то чтобы прям сильно, но тем не менее. Летающих лучше, конечно, так. Больших и летающих. Как бы два вида. Не вместе. Либо больших, либо летающих. Лучше все-таки гнобить именно через нитемет. Так, давай чуть-чуть подхилимся. Где ты, бабонька, выходи. Все хорошо, я защитился. Ну все, поместье теперь твое. Хорошо, что есть добрые люди, как ты. Ага. Они только такие подонки, как мой брат. Мой отец всегда славился своей щедростью. И я продолжу эту традицию. Возьми. Пригодится в твоих странствиях. Чего там? А что дали? Коробка с внушительной наградой. Одна штука, всего две. Да? Так, это херота, херота. Ага. Ну, пойдет. Еще немножко ловушек. Так, ладушки, хорошо, доберитесь до закатной крепости. А мне точно туда надо? Давай посмотрим по заданиям. Обучающие пропускаем. Зараженные зоны пропускаем. Котлы пока только один. Охотничьи угодья пропускаем. Длина шеи тоже нет. Дела. Ну вот у нас побочные остались. Где у нас ближайшие? Вот. Почтить память. Это будет ближайшее. Ну поехали, помчали. Так мы, наверное, тогда на костре, да? У нас же в любом случае бесконечные... Ох ты ж, ежики. Тут не особо есть смысл... А, нет, есть смысл. Вот сюда. Потому что сейчас нам, чтобы пройти туда, надо всю крепость, все поместье, обойти вокруг. Но мы переместимся непосредственно в город и уже оттуда добежим. Будет всяко разно быстрее. А, где? Да, 400 метров. Ну, не то чтобы ближе, но ладно. Немножко ближе все-таки. Чуть-чуть, самая малость. Хорошо, тогда прогуляемся чуть-чуть. По оружию, по броне у нас вроде как пока что все неплохо. Единственное, что... Бляха, вот здесь все бомбы просрал. А, на эти не хватает, да? Ладушки, шоколадушки. Потом разберемся с этим. Специально фармить я не буду. Не хочу, если честно, этим заниматься. По пути, если кого-то убьем, то убьем. Потому что в любом случае, как, на какое бы задание мы ни пошли, нам практически везде приходится сражаться с той или иной техникой. А как раз таки в той или иной технике находятся те или иные ресурсы, которые мне необходимы для крафта. Запасы. Поэтому специально ходить на фарм я не вижу никакого смысла. Это я тоже заберу. И вот эта цветулька мне пригодится. Так, хп-рики, все, допустим, у нас теперь фулл хп, это уже не может не радовать. Подожди, а мне куда? Сюда. Так, ну что еще? Пацаны, я тут мимо пройду, вы, если что, меня не трогайте, и я вас не трону, договорились? Потому что иначе просто отхерачу по самой небылуся. Солнечный перевал, где Банук хочет нарисовать свою метку. Заберитесь на вершину солнечного перевала. Это куда? Серьезно, сюда? Да ну. Ну, видимо, да. Раз тут есть дорога, значит сюда. Они меня ищут. Да не найдут. Не переживай. Мне вообще довольно интересно, почему травоядные на нас нападают. Ну ладно, хищники. Но травоядные это почему? Да и вообще непонятно, почему мышины нападают. Они же не едят мясо, они едят... Коршуны. Ай.
Не получилось. Да ты серьезно? Сука, вот это неудачно очень. Тихо. Куда ты будешь жестче? Ай. Ух. Вот это здрасте. О, кстати, цветулька. Так, только не падаем. Так, все, ему макупа. Бляха, нет, он выжил. Твою мать. Сбили или не сбили? Точно в цель. Точно в цель, это не про меня. Давай, появись критическое попадание. Да что с ними не так-то с этим критическим попаданием? Твою ж медь. Ух! Вот это я дал жару. Есть контакт. Стой, братан, подожди. Есть, успел забрать. Так, еще один. Да ёб вашу, ну может хватит уже плеваться-то в меня. Так, слишком высоко. Дружище, давай поближе, пожалуйста. Он сразу обрывает, потому что сильно далеко. Во. Не двигайся. Ух. Показал, кто тут главный. Он мне. Раз. Есть контакт, все. Я рад покинуть город. Кто это сказал? Ты тут был все время, а чё не помог-то? Ну ты, конечно... Ты сильнее меня. Да. Я буду рисовать, пока надо мной витают духи коршунов. Угу. Потом ведь новые прилетят. Да. Машины никогда не кончатся. Их духи найдут новые тела. Но мы живем, пока жива о нас память. Я должен нарисовать эту историю. Памятник павшим шаманам. Мудрости, которой Карха нас лишили. Машинное масло сбережет рисунок. Сбережет память, несмотря ни на что. Но только учти, когда они вернутся, я сюда не вернусь. Поэтому давай-ка сам. Я благодарен тебе. Ох, хуйню же ты нарисовал, конечно. Так, ладно, пойдем до озерного храма тогда добираться. А здесь есть быстрый спуск? Судя по всему, не особо, да? Не, ну конечно, я могу быстро спуститься, но есть мнение, что Элой при этом расхерачит себе коленки. Ну и в принципе вообще все ноги. Ладно, тогда пойдем длинным путем. Может, хилочку где-нибудь найдем по пути. Какие куршины, сука, отвратные, противные. Одного вяжешь? Пока его бьешь, другой тебя заплевывает. Обвязать всех троих одновременно, ну это бессмысленно. Одного повязал, пока будешь вязать второго и третьего, первый развяжется. То есть, ну, как бы не знаю. Короче, против толпы у меня пока некоторые проблемы, трудности. Запас карман не тянет. Да, это факт. Так, это не... А так, бляха, лекарственных никаких нету. Кто такие? Рыскари? Здесь Утару хотела проститься с умершей. И что? Бля, щелкозубы, серьезно. А, щелкозубы, это же сраные крокодилы.
Так, чего ты боишься? Огонь, огонь, повреждение брони и огонь. Окей. Так, ну ладно, будем бить. Не, ну а какие еще варианты? Назад дороги нет. Оу. А, это у него эти подорвались. Точно. Так, минус раз. Пригнись и не шуми. Ну, вот то, что я попаду второму в эти фляги, конечно, не факт. Ой, какой не факт. Воу. Тихо-тихо-тихо, братан, ты же сейчас взорвешься, отойди от меня. Как он полыхает. Твою ж мать, я же отпрыгнул. Ну, этот более агрессивный, чем первый. Так, есть контакт. Хорошо. Здорово. Как вы быстро сюда добрались-то, а? Че ты делаешь? А может, поговорим? Когда мы выбрались из клеток на свободу, я бросилась через эту прогалину, думала, подруга за мной. Я убежала, а она осталась. Спасибо тебе, ты помогла мне вернуться. Не хочу тебя торопить, но тут нельзя долго находиться. Я понимаю. Я уже видела это во снах наяву. В заводе я найду браслет с семенами, которые она обронила. Семена лопнули, раскрылись, проросли. Она уходит из моих воспоминаний в память леса. Я скажу ей, что это я здесь погибла и стала чужой на родине. А она живет и с каждым посевом, с дождем, с урожаем. Что такое? Вот он. Ее браслет. В смысле? И я думала, она за спиной. Но там лишь мое отражение. Хочешь побыть одна? Я впервые осталась одна. Вообще ничего не понял. Так, ладно, вернитесь к Наману Скорбному. 615 метров. Ну, это в город, судя по всему, да? Да, ладно, здесь мы тогда... Стой, подожди. А, это точно наверху? Да, вот здесь через мост. Тогда ладно, хорошо, поехали. Бляха, оно так резко... Я так даже не могу, я даже не понял, что произошло. Думал, сейчас еще один щелкозуб сзади как заскочит. И как сечет мне по самой не балуйся за своих братьев и сестер убитых. Но нет, пронесло. Ладно, пойдем к Наману Скорбному сгоняем. Где этот дурачок? Да уйди ты. Друзья, как к нему пройти-то? О, здрасте. А, он наверху. Еще выше. Сейчас не понял. Так, подожди, я, по-моему, кругами хожу. Херня какая-то. А как мне там наверх-то подняться? Я помню, что я как-то поднимался, но это было абсолютно случайно. Где-то то ли проход есть. Вот. Ты это, наверное, нет? Нет. Хуйта какая-то. А, ну вот, все, нормально. Хорошо.
Так. Надо было по этому городу побольше костров раскидать. Опа, стоять. Коробочки. Так, хочу. Херня, 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 херня. Да. Ну, здорово, братан. Значит, вы вернулись в храм? Да, меня позвали. Жрецы захотели выслушать мое мнение насчет примирения с другими племенами. Они слушают. По крайней мере, начали слушать. Перейти от слов к делу не так просто. Мы их убедили? Ты убедила. Я хотела просто, ну, помочь скорбящим. Ты указала им путь. Будущее тебе знать не дано. Такова доля жреца. Тебе бы пошла красная мантия. Ой, да не. Нет уж. Тем более, вы не принимаете женщин. И это наша ошибка. Иди в свете. Да зарит солнце твой путь. Спасибо, Наман. Честно говоря, скоро свет мне очень пригодится. Да не скоро, а прям сейчас. Как бы ночь, если что, на секундочку на дворе. Ладно, хорошо. Так, у меня есть один навык, а мне надо три. Мне надо три навыка. Хорошо, так, побочные. Давай смотри. Так, 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 так. Ну, тут все в любом случае далеко. А, это мне не надо. А, это дополнение, это... А, так, все. Все получается. Дальше только... Как бы это... Уже основные задания. Ну, пойдем. Не, я не против. Ни в коем случае. Мне главное не пропустить одно из заданий, где будет у меня еще один топливный элемент. Тут полно работы. Кстати, надо посмотреть, он будет последний или нет. А, не написано. Не написано. Да, это будет последний топливный элемент. Есть минутка? Нету у меня минутки. Пошел нахер. Поговорим о высоком. Не-не-не-не-не. Знаю я вас. Сначала о высоком, потом о длинном. Не-не-не, в пизду тебе. Разобьешь меня на всякую хрень непонятную. Во дворец нельзя без приглашения. А, чё? В смысле? Марат, чё за хуйня? Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идем со мной. Так уж и безгрешный. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрент? Внутри. Он у короля солнца. И нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Укротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует? Я не хочу интриговать. Поздно. Так, где ваш король? Сейчас я сам до него дойду. Он слишком долго идет. Опа. Так. Ага. А где король-то, я не понял. Слышь, ты меня развел, тут нет короля. Тут есть только постель, что за херня? Куда ты меня ведешь? Что это за порнхаб? Ерунда. Аристократы как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтешь его весьма разумным. Возможно, увидеть бы его еще. А, сюда. Так вот он сидит, нихера себе. Та самая Элой, что может видеть незримое. На превьюшку пойдешь. Ты оказала мне большую услугу. Эрент, расскажи ей. Что-то я его видел. Посмотрел на тело, и это не Эрза.
не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? И зачем? Есть предположение. В Азирам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азирам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоляном утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азирам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат, пока оставьте нас одних. Так, не понял. Чего хочет этот полуголый мужик от меня? Неловко просить после всего, что ты сделала. Но для меня это исключительно важно. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азирам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее. Угу. То есть по политическим соображениям? Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен. Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах, в основном в Азирам. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Угу. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить. Соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Я ошибся. Так. На мое племя напали убийцы. И я узнала, что они из Карха Тьмы. Они называют себя Затмением. У них есть машины, которые могут заражать другие и управлять ими. Они хотят напасть на Меридиан. Они обосновались к западу отсюда, в горах. Так что атаки стоит ожидать оттуда. Да, я уже слышал об этом из донесений Марада. Некая группа Карха Тьмы, которая подчиняет себе машины. Тебе известно, когда будет атака? Нет, точно нет. Я распоряжусь, чтобы оборона западных границ города была усилена. Что ж, мы подготовимся. Но все же пока Эрза – моя главная задача. Прошу, найди ее. Интересно, если бы я про это не говорил, это как-то повлияло бы на игру? Была бы вот эта вот вставка, то что типа мы подготовимся, усилят ли они оборону на самом деле, то есть, или это абсолютно не имеет никакого смысла? Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. Ну, конечно. А, не. А кто такие эти Карха Тьмы? Не-не-не, подожди, это я не хочу узнавать. Это я и так знаю. Так, назад и поехали спасать тогда. Знаю. Что ж, говорят, король не просит, но умоляю, найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду. Да нахер, я и сам справлюсь. Тоже мне. О, а вот книжонку я у тебя подпишу.
Доберитесь до Смоляного утеса. Да что такое? Где? Это книжонки, задания. Доберитесь до Смоляного утеса, показать на... Оооо, хера, ты как далеко находишься. Весьма-весьма неплохо. А мне надо... Слушай, а какое мне задание надо, сюжетное, чтобы получить последний топливный элемент? Не помнишь, как оно называется? Так, сейчас, секунду. Оно называется... Так. Первый, нет, это не то. Четвертый, пятый. Упавшая гора, вот что мне надо. Надо будет запомнить как-нибудь. Упавшая гора. Как только гора будет падать, значит элемент где-то там мой есть. Хорошо, и тогда мы получим супер-пупер броню, которая называется ткач тьмы или что-то типа такого. Ой, ткач тьмы. Ткач щита. Короче, я не помню. Серьезно? Ебать, это в натуре дрожь земли. Зараженный камнегрыз. Так, камнегрыз. Но он повреждения брони боится. В смысле? Охренеть, не встать. Да беги уже. Ёб твою мать. Тут я встрял, конечно. Не, я не буду с ним сражаться, нахер. Конечно, можно было бы. Так, для общего развития, так сказать. Но что-то как-то не хочу. Я вот модификации хотел посмотреть. Огонь 41, пробитие, электрика, заражение. Это идут защиты. Так, модификация оружия. У меня пробитие стоит, это на урон. Так, 39 холда, 45... А, нет, ничего такого более интересного нету. Есть нитимет Карха. Вот, кстати, сюда еще можно что-нибудь вставить. Потому что они тоже... А, нет, здесь пробитие идет. Хотя нет, и огонь тоже есть. Так, огонь, допустим... Электричество. И... Так, подожди, 40 электричества, 39. А что еще тут? Огонь, электричество. А там что за урон такой интересный? Ну давай тогда удобство пока поставим и повреждение брони. А это не нитимет разве? А, это канатомет. Тихо, пошел нахер. Бляха, как далеко он может преследовать. Так, тут еще щелкозубы. Это не есть хорошо. Это можно хранить. Ёб вашу. А здесь опасно. Твою мать, серьезно? Что это за территория хищников-то различных? Как мне здесь без палева пройти? Блин, вот это не надо было брать. Ну ладно, продам потом.
Бизоны. Бляха, бизоны ведь тоже опасные. Несмотря на то, что они травоядные, они тоже очень опасные. Давай, не будем пока сражаться. Не хочу хилки зря терять. Мне их и так постоянно не хватает. Еще и терять придется. Не, неохота. Так, вот это я заберу. Где костер? Ой, кабанчик. Кабанчик — это мяско. А мяско — это хилки. А хилки — это наше все. Вкусно. Есть. Ох, ну пойдем еще 300 метров чесать так-то. Хватит у меня немножко хилок сделать? А, так, нет. Вот на охоту, честно говоря, за мясом я бы сходил. Но надо найти место, где обитают кабаны. Исключительно кабаны. В них больше мяса и больше вероятность выпадения именно жирного мяса, которое необходимо нам для хилок. Потому что не все мясо подходит. Сочное, например, нихера не подходит. Опа, хилочка еще. Отлично. Так, здесь есть враги? Непонятно, свои это или чужие. Ну, вроде не светятся. Не, это походу свои. Бляха, почему я его не могу отсканировать? Ну, значит, это точно свой. Да, это свои. Все, хорошо. Вот смоляной утес. Агент Марада должен быть на рыночной площади. Ага, ну пойдем перетрем. Сука, нельзя индюшку прибить. Где? И где этот агент? У него было время собрать сведения. А ты тут откуда взялся? Конечно. Я как бы тебя вообще не ждал, не звал. Ты в принципе не нужен. Ладно, хорошо, давай тогда попродаем всякое разное. Ресурсы. А как тут можно отфильтровать? Изменить метод сортировки. Бляха, непонятно. Хотя у меня вроде для продажи не так уж и много всякого разного. Ну вот, например. Да. Да ну, какой смысл? А, я же хотел посмотреть, что у тебя есть купить. Гремучник архатьмы. Нитимет. Броня мне не интересна. Ресурсы. Ну, короче, нет у тебя ничего такого, да? Хилочки есть. Вот это я бы купил, на самом деле. Ну вот и все. Ладно, пойдем. Разыщите агента Марада. Каким образом? Тут недавно был кто-то. Ага. И явно спешил. Так, куда это он? О-о-о. Это агент Марада. Люди Дарвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дарвал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда. Ну, я тогда пока, наверное, туда, да?
Или как? Доберитесь до лагеря? Да, я пока тогда в лагере. Блёха, нихера, он еще умудрился кровью нарисовать карту. Будучи при смерти. Мое почтение. Воу. Чуть не упал. Ага, здесь был какой-то проход, да? Ну ладно, хрен с ним. Мне эти ваши проходы как бы... По идее, когда я туда подойду, то Эрент со своей армией тоже, наверное, туда телепортируется. То есть вряд ли мы будем соло сражаться. Как это? В смысле? Хотя я бы и в соло, наверное, их разложил. Да, долго. Да, а возможно, с последствиями. Но я бы смог, по-любому. Бляха, там еще один буревестник, что ли? Ну нет. Для коршуна слишком большая птица. Походу, это еще один буревестник. Так. Ну, сейчас не понял. Да, это буревестник. Пиздос, если он нас спалит, то будет нам делов. Не, вроде пока не видит. Его, конечно, можно связать и закидать липучими гранатами, липкими. Но у меня этих липких гранат шижды не шиша. Хотя из него падают хорошие модификации. Фиолетовые, между прочим. О, он уже тут. Здрасте. Машины. Их сковали цепями. Надо расковать. Дервал техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем. Угу. Ну, стандартно. То есть я, получается, сейчас иду по стелсу. Как только они меня палят и начинается бой, то все остальные присоединяются. Окей, я понял. Так, чтобы навести шороху, мне надо освободить, по идее, эти машины. Давай, наверное, с лиходея начнем. И каким образом мне это сделать? Кто это меня видит? Бляха, как бы... Путы, железосплав, соединенный между цепями и рамой, судя по всему, можно разбить. Мне надо как-то путы отхреначить. Люди дорвали. Сейчас начнется. Очень надеюсь. Блять, а почему я не могу попасть в путы? Ты петух, ты охуел, что ли? То есть я его, получается, освобождаю, такой освобождаю, и в итоге он нападает на меня? Блять, все, стелс отменяется. Твою мать. Вот это дебилизм, конечно. А я смотрю, ты мужик, да? Забился в самый дальний угол, чтобы не видно было. Хорош придумал. Ладно, пойду я людей дервала тогда пока гасить. Или что? Ой, металлические осколки, это мне пригодится.
Так, а вы лиходей это забомбили, нет? Бляха, не, он там кипиш наводит. Воу. Нихера, что творится. Етижа, пассатижа. Ебать, да это война. Ага. Чужаки, выпускайте машины, стреляйте в цепи. В смысле, выпускайте машины, стреляйте в цепи? А я кого только что выпустил? У вас еще есть? Серьезно? А это вообще насколько разумно стрелять в морозными стрелами, ледяными стрелами, в людей, которые голые бегают по зиме? Как бы, ну по идее же они тогда, наверное, закаленные должны быть, нет? Сдохните, демоны! Это сейчас к кому было обращение? Посмотрим, как... О, хорош! Эту штуку я хочу. Ну же, болваны! А где еще? Это наверняка где-то здесь. Ищи. Красиво. Так, ладно, дружище, подожди. Ты там, конечно, красавчик, молодец, но я тоже могу. Но мне надо собрать всякое разное. Хотя по факту меня тут интересуют только ресурсы для создания бомб. Все, все остальное мне как бы по херу вообще. Потому что хилки у меня полные. Я пытался тебя отговорить, честное слово. Кого? Ты с кем там разговариваешь? С кем-то разговаривает, кого-то нашел. Ага, только не выпускайте их. Серьезно говорю, не выпускайте. Беда будет. А вот и мина. Дервал велел тебя убить. А на него почему это не работает? А, он в наушниках. Иди же, пассатижи, ты посмотри. Кто? Какой. Я? Они дрогнули! Как ты к нему относишься, братан? О, и огонь, и лед одновременно. Хорош. Гаси, дурачка. Это кто? Ёб твою, ну вот как-то не вовремя. Киса, фу. Нормально. Так, это я забираю. Меня ищут. Окружай. А можно я ему вшатаю разок? Б.
Боеприпасы кончились. Эрза наверняка там. Надо прорваться. Жуткий звук. Нужно как-то пробраться. Подожди, сейчас я сделаю. Отойди, пожалуйста. Блять, ты можешь оттуда выйти, нет? Нужно как-то пробраться. Ага. А, я думал просто датчик уничтожить, да и все. Ну ладно. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука. По идее, это ультразвук. Отключите звуковой барьер. Да не, нахуй. Тем более, что я не знаю, как это делать. А, нет, знаю. Я это возьму. Да, да, возьми, возьми обязательно. Воу. Эрза! А где Дервал? Эрент? Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка, потому не взяла тебя, чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай, Дервал сделает в Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Серьезно? Эрза. Нет, нет, не умирай. Дайте ей хилку, у меня 12 бутыльков. Я не подведу. Обещаю. Сука, ну это самый такой клишевый и самый тупой поворот, когда ты добираешься до кого-то, который умирает в последнюю очередь, в последний момент. Надо найти Дервала. Но Меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Ой, бред. Так, спираль урона, спираль огня, спираль скрытности. Подожди. Ну вот еще 40 урона, почему бы и нет. Пусть будет. А что там еще было? Спираль огня? Так, это урон. О, 45 огня и 15 удобства, так это же лучше. О. Тридцать холода. Ага. Ладно, хорошо, так, осмотреть. Эту машину разобрали сознанием дела. Что он тут проворачивал? И хочу ли я вообще это знать? Хочешь? Иначе зачем ты это сканируешь? Странное устройство. Красиво сделано. Что будет, если включить? Так. Вроде работает. Ну-ка. Давайте скажите что-нибудь, лапочки. А что сказать-то? Я даже не знаю. Да что угодно. Я просто хочу услышать твой голос и сохранить его. Я спою, папа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Прекрасно. Песня и смех. Это даже лучше, чем слова. Теперь смогу услышать, когда захочу. Ну что, все? Тогда быстро спать. Спокойной ночи, папа и мама. А ушла? Что мы будем делать? Они подбираются все ближе к источнику. Долго мы сможем прятаться, как... Память о родных. Дервалу теперь нечего терять. Угу. Может, что-нибудь в записях? Это осмотреть надо, а не залазить на него. Кстати, не дает почему-то осмотреть. Странно. Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город Огнежа. Найдем его, найдем Эдервала. Ага. Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре. Да окей, вообще изи-катка. Так, обратно во дворец это сюда. Ну давай тогда телепортнемся. И там уже непосредственно сохранимся. То есть узнаем уже о последствиях непосредственно следующей серии. Ну, а что Дервал может сделать? Если ему нечего терять, то это, скорее всего, жесткий какой-нибудь крепкий такой теракт. То есть прям реально подзорвать самое такое основание. Он же город высокий, то есть стоит явно на каких-то на сваях, на колоннах или на чем-то еще. Соответственно, если снести несущие элементы, то город просто-напросто рухнет. Тем более, если он техник, он механик, он инженер, он все это знает. Меридиан. Во, вспомнил, Меридиан. То есть где-то что-то, куда-то он наверняка хочет подзорвать. Но об этом мы узнаем уже в следующих сериях, так что если интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось, большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр.